Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил чин освящения нового купольного креста для Богоявленского храма Воронежа, духовно окормляющего молодежный отдел епархии. Поэтому неудивительно, что по завершении богослужения состоялась встреча руководства и актива отдела с архиереем. Беседа студентов воронежских вузов с архипастырем продолжалась более 2,5 часов. Сегодня торжествует историческая правда. Крест будет венчать купол этого храма. И все, что мыслили, создавая этот храм, наши предки, воплощается сегодня в жизнь. Храм Богоявления Господня, который сами прихожане называют не иначе как молодежным, стал духовной опорой для студентов воронежских вузов. Владыка высоко оценил их труд над восстановлением святыни. Теперь притаившуюся в уличных лабиринтах церковь легче будет заметить благодаря величественному кресту. Проведя в храме божественную литургию, архипастырь задержался на несколько часов пообщаться с молодежью воронежской епархии, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Давайте договоримся, глупых вопросов не бывает. Если он у вас есть вопрос, задавайте его, не стесняйтесь, никого не бойтесь. Народ, жаждавший архиерейского гласа, интересовался в основном правилами духовной жизни. Не остались в стороне и вопросы получения образования, в том числе условия поступления в Воронежскую духовную семинарию. Владыка Сергий старался говорить максимально подробно, а также отметил, что воцерковление – это не просто посещение храма, но и действенное построение всей жизни на фундаменте веры и христианских ценностей.